Стой, стой! Стой, сюда! Стой! Вернись! Так, друзья, тут он машет, зовут, котлета. Котлета встряла сейчас. Просят стать якорем. Ну, нашли место, неси. Нашли место. Нашли, ребята, где приземлиться. А что, у вас не работает? Нормально отжигают. Хорошо, хоть головой об машину не ударился при падении. Цепляй, цепляй за него прямо. Попробуешь? Мне две чашки в башке и 4 тонны мало. Ох, ёл, как 4 тонны? Серьезно? Да. Взвешивали? 4 тонны, 4 тонны. Взвешивали? Да. Это дочь 5, 54. А дочь 5? Да. Вот я говорю, тяжело, я чего вникал, что надо тяпку брать хотя бы 2 машины. Первое, сейчас позовем кого-то. Пацаны веселые. Так, там тоже кого-то вытаскивают, причем там жестко сидят. Да. Вообще даже не шевелится. 4 тонны сказали весит. Ты не потянешь его. Давай в яму его пусти туда. Скажи, скажи, чтобы отпустил, да. Подожди, пусти, пусти, пусти. Давай в яму могу. В яму я как его. Куда, сейчас туда в яму, яму. Пускай, давай, отключай. Да, концовка дня серьезная. Паш, подъедь сюда на окоп. Давай туда в яму. Сейчас назад сдам в яму. Бородач подъехал сейчас. Ну, вот окоп я на заднем приводе. На заднем едет все равно. Пусть Паша, он тяжелее вытащит. А
любому університеті і штурми, покажи. Що сколько вийшло? Час двумя пойдет. Мужики, він залип, это честно. Давай два в яму пускайте, два з ями будете тягнути його. Там вдвоем сейчас да, и так достанем. А? И так достанем. Давай. Привет, Саня. Давайте поможем. Цепляй. Вот еще Вова подъехал. Я думаю, сейчас легко его выдернем. И вот еще Саня подъехал. Эту машину вы видели на кордоне. Красивые там кадры есть с ней. Так, сколько? Четыре лебедки? Или Вова пока? Вова не цеплял, да, пока? Не, Вова не цеплял. За мотор, говорит, цепляй. Я сказал, вот тут мне не надо. Да, 4 тонны удивили, конечно. Ну, хотя, да, мосты Шишига, мотор ЗИЛ. Что там еще? Колеса тракторные большие. 4 тонны весит, Саня. 4 тонны, да? ЗИЛовский. Ну, ЗИЛовский я знаю, да. А мосты что? А мосты с чего? Шишига. Шишига, да. Березина узкая, понимаешь? Я закопал, блин, как мог. Я когда-то вложил этого патруля. Тянув Т-150, тянув МТЗ. І ніхто не міг узяти. Ну що так копають там? А що вони копають там? Червяково лише? Зарили. Вона заводиться нормально там? Вона не заводиться взагалі. А, не заводиться? І все, вона померла. А, померла? Мотор кончили? Да, вона це. Хто сказав? Вона не заводиться вона взагалі. А як вони приїхали? Вони ж тільки що катались. Ось тут вони вбили її. Руслан, у тебе механіка? Да. Здесь? Да. Ну, конечно. Идёшь по 52. Я буду подтягивать его. Не лебедка у меня. Я якорь. Я же говорю, лебедка. Так, ну процесс тяжелый, я смотрю, там. Я же кого этого штурманил? Кого и бой? Выключи свет, что ты чудо! Все перемигнули светом. Давай и я уже тогда. Они откапывают там, за что цеплять, да, я так понял. А там я добегал, там я и закопал так. Концовка дня шикарная. Ну еще Вова вон в запасе стоит, пока не цепляли его. Сейчас пока тремя машинами попробуем. Додж, я якорь, бородач механикой своей. И Вову решили цеплять. Сразу. Блин. Операция жесткая. Ну концовка дня приятная такая, я вам скажу. Веселенькая. Такой итог. Да, много хороших кадров. Бородач не натянул, пока меня тоже не натянули. Что-то такое пацаны исполняют. Что-то жесткое. Иди, 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 иди.
4 машины тянем. 4 машины. Подъедь вперед, 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 отпусти, Сань. Сань. Отпусти, ты мне в колесо уперся. Вперед чуть проедь. О, вот так нормально. А не гвардар решил. Блин, не можем сдвинуть реально. Бородач тянет. В общем, я один остался, что-то у Паши там что-то оборвало, пацаны не это. Да, это надолго. Что, кардан, Паш? Паши что-то оторвали. Бородач заехал. Заехал подальше, чтобы усилия увеличить. Да, что-то это мне напомнило. Прошлогоднее доставание котлеты, да, была пониже, но по крышу сидела. Давай вдвоем пробовать. Пробуй, пробуй, пробуй. Отойди дальше к забору, дальше. Или за машину отойди. Давай, давай, Саня, давай. Пробуй, Саня. Сейчас, сейчас, я перемотаю. Стой, стой. Стой. Да тут никак с тросом не разберутся. Девочка решила пройти. Срочно и надо в ту сторону. С мальчиком они. Да, хорошо присел, ничего не скажешь. Пока ждем, короче. Темнеет. Мы с Саней вдвоем пробуем, вот так это все выглядит.
бородач там тоже включился. Тремя лебедками. Ну получилось, да. Это жизнь вообще. Это жизнь. Идет, но она, да, заглохла мотор. Мотор, говорят, положили в этой луже. Не знаю, правду или нет. Жатку потягивай. Поеду, да? Паша подтянул уже сам. Выняли. Победа. Какие приключения. Что там, гидроудар или что там с мотором, непонятно. Но сейчас попробуем спросить. Тут просто очень тесно. Вижу, вижу сейчас. Стой, Саня, дай сюда. Давай сюда. Я отъехал. Едь вправо. Влево едь, Саня. Давай, все, давай, все. В общем, такое продолжается. Так а что с мотором случилось? Ну просто сил. А? Не сил просто. Не, мотор заводится? Да, просто мотор бензин. А, залили просто? Да. А, все нормально, да? Заменили уже раз взял. А какой размер колес? Лайки. Лучше правильно я стали, не знаю. Дай Серега, Серега лучше. Серега? Вот это власть. Вот это? Да, вот. Какой размер колес? Все. Дорогие-то, блядь. Не помните? В общем, спасли. Осталось завести. И все будет хорошо. Бросай, я снимаю, бросай. Блин, темно уже стало как-то. Что там, готов? Готов. Давай! Масса херовая, подожди. А ну пробуй! Давай. Пробуем прикурить. Не крутит? Крутит? Вот я кабеля хороший привязан. Валим кабеля. Есть? Да. Боря, давай кабеля! Так, запорожец пошел. Продолжение банкета. Давай другие. Так, пробуем прикурить. Все будет добре. Не пой, забанят. Сейчас чуть подзарядим от меня. Так работает, конечно, Toyota. Попробуй, есть хоть питание. Что там? Вот тут пилотов. О!
Закрутило? Так, ничего не продолжается, друзья. Это все. Все Off-Road Free Fest. Со всей Украины. А вы откуда? Видится, Тумаш, блин. О, блин. Так подожди, это вместо этого построить? Вместо сами себя. А. Не, у этого был, как там называется, Гризли? Тумаш, блин, и Урату. Вместе. Команда. И машины Винница. И машины Винница. Ну, Винница суровая, блин. Нормальные там хлопцы, просто у вас дайки. Не, в основном нормально, один там не очень хлоп. Нет, два не очень, я знаю, хлопца. Вова и Петя, блин. Не, я бы не сказал, Вова город зробив. Ну, Вова, может, ладно, но Петя совсем не очень. Тоже красавчик, магазин. Выжили. Магазин открыл и не один, да? Ну, выжилим полагаю. Ну, шоколад хреновый. Но много украл как-то, блин. Как украл? Шоколад не очень, да? Еще мне посварилось, а мне что? Завел! Да? Где мотор? А коробка так работает. А мотор? Я же крую мотор тут. Мотор тут? Все тут, да, я же. Я вот пытаюсь его покарать. Не газуй, пусть прочмыхает. Литрив 40 будет, если клопное дело. Так, спасли ребят, все. Хорошо. Я у вас помог. Все, я на своей территории уже. Давай! Не машина, в общем. Андрюха там еще УАЗ достает. Не, без разгона, потихоньку едь, все нормально проедет. По их следам на заднем приводе попробую. Бородач, подожди, по их следам на заднем приводе. Все, котлетка жива, нормально.
ваша. Что это нафиг за окоп, что я на заднем приводе проезжаю? Что-то падает уровень, да? Так, ну все, друзья, в общем... Сейчас свет включу. В общем, тут еще остались чуть-чуть люди. Уже плохо видно. На сегодня, наверное, с оффроудом хорош. День был очень длинный. Много разных интересных моментов. Всем спасибо. Кто смотрел, кто подписался, кто подписан, кто подпишется. Колокольчик не забудьте поставить. Поделиться. Всем до встречи. Спасибо. Пока.